карты в банке. Ага, и нас поджимали сроки, как и сейчас. И они прибыли в город. Куда именно? Площадь там снаружи была. А у нас была бомба. Мы ждали в банке, пока к нам придут Миллер и Кремень-3. Я связался с ними, попросил сказать, когда прибудет подмога. Они сказали 3 минуты. Подойдем через 3 минуты. 3-3. Нам бы туда побыстрее добраться. Они нас за милю услышат. Согласен. Слышь, Инга, у нас связь, бродяга, уже есть? Нет. Сигнал в зоне. Прием будет, когда из этих высоких строений выйдем. Ядерный заряд! Позволил! Или я могу, чтобы эти камни его захватили?
Кремень 3-4 на цели. Наш отряд отдает вперед. Через 15 минут. Главный калибр не действует. Поднимаюсь. Кремень 6-6. Кремень 6-6. Кремень 3-4 на связи. Есть непосредственная поддержка. Мы под тяжелым огнем. Машина без движения. Мы не можем вести бой. Понял. Пытаемся организовать поддержку с воздуха. Делаем все, что в наших силах. Прием. Они сейчас нужны, сэр. Держись там, сынок. Мы на подходе. Здравствуйте, мистер Миллер, полагаю. Американцы со своими сувенирами. Это вашего сына? Вот тут его имя. Джонни Миллер. Надеюсь, он не слишком скучает по своей игрушке. Дети сильно привязываются к таким мелочам. Потеряв их, могут плакать целыми днями. Знаете почему? Потому что эти мелочи напоминают им о том, что они любимы. Но утрата — обязательная часть взросления, так ведь? Часть взросления — это согласие с тем, что смерть неизбежна. Неизбежна, мистер Миллер. Неизбежно. Мой отец рассказал мне об этом. Итак, вы станете героем для своих детей. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Амадей, идем. Позор. Вы приезжаете в нашу страну, чтобы убить нас. И все равно вы называете нас террористами, когда мы пытаемся защитить нашу страну и народ. И это та цена, которую вы платите.